Привет, мои дорогие! Снимаю серию очередных хвастов небольших. Начать хочу с нитки жемчуга, которая пришла под заказ с AliExpress, о которой я говорила. Я очень довольна и размером, и формой, что немаловажно. Мне нужен был именно такой вытянутый жемчуг. Вот, он очень мелкий. Сейчас я для сравнения, болит в шоколаде был, покажу предыдущую нитку. Вот, видите, он серый, а этот именно темный. К сожалению, перламутра в нем не так много, как хотелось бы, но все равно на серебре то, что задумано мной украшение, будет смотреться очень и очень достойно. Ну, дай бог, покажу в свое время. Так, девочки, а вот у меня еще появились такие гранатовые бусы. Они старые, это не современные, видно по застежке. Скорее всего, это чехословацкие бусы, но я не знаю, утверждать не буду. Они тоже миленькие. А девушка, которых продавала, у нее было ниток 5, наверное, мелких и одни покрупнее. Я выбрала самые мелкие, потому что я планирую тоже с ними что-то сделать, отдать Мураду. Я пока еще не выбрала, что именно, не решила, не придумала. Но это не к спеху, поэтому еще время есть. Я еще обязательно что-нибудь придумаю, что с ними сделать. Есть задумка, как сделать в форме рябины украшение себе. Ну, посмотрим. Это еще так, в мыслях. Так, девочки, пришло вот такой вот. Тоже мой заказ AliExpress. Вот такой жемчуг кеши, как он заявлен. Такой формы. Разнокалиберный достаточно. Мне очень нравится. Очень понравилось, как ожерелье, как браслет на руке смотрится. Если попытаюсь одной рукой вам его. Вот так он не мелкий, крупный. Единственное, что я планирую его перебрать. Почему? Застежка меня... В принципе, вполне устраивает, достаточно аккуратно сделано. Симпатичная застежка. Возможно, я ее поменяю, но не факт. Вот. Меня не устраивает нитка, на которую он собран. Она отличается по цвету. На видео так незаметно, возможно, но вживую видно. Она слишком белая для этого жемчуга. Хотелось бы такую нить айвори, чтобы она сливалась. Посмотрим. Может быть, я между ними просто что-то пущу и пересоберу. Вот. Вот такие сережки у меня появились. Это тоже благодаря Наташе. Сейчас резкость постараюсь навести. Вот такие серьги. Кольца. Кольца мне очень подходят. Мне нравится. Я давно, правда, не ношу, но вот сейчас ношу уже. Это серебро. Здесь вот стоит проба 925, написано чина. Не знаю. Я их не проверяла, проверять не собираюсь. Это не камушки, они смотрятся как мелкие-мелкие камушки. Это такие насечки, такой орнамент. Изнутри тоже, вот передняя часть. Изнутри тоже они так сделаны. Мне очень они понравились. И хорошо, что ни камушки никуда не выпадут, ничего с ними не случится. С удовольствием ношу эти сережки. Они не мелкие, ну и не такие крупные, ну весистые. Наташа, спасибо тебе за них. Соблазнила она меня. Вот, чему я очень рада. Девочки, хочу показать подарки своей свекрови. Моя свекровь вот в очередной раз расщедрилась, за что я очень ей благодарна. Вот такие сережки. Я не знаю, что это за металл. Он здесь местами где-то уже чуть-чуть окислился. Даже у меня все пальцы в шоколаде. Это я Марьяшку шоколадом угощала. Сейчас я руки вытирала и сама заморалась. Вот. Вот такие старинные сережки. Они принадлежали еще ее маме покойной. Вот, виноградинки. В то время у нас очень было модно, популярно
Они носились, любились, были любимы. Такая форма серик. Но у меня другие есть виноградные гроздья, но там, конечно, другая работа. Это более кустарно, но тем не менее. Потом подарила свекровь мне серьги Сваровски, классическая их форма. Вот, это сейчас очень много, конечно, реплик продается в Сваровске, но это натуральная, она покупала в официальном магазине. Тоже очень красиво смотрятся сережки. Мне очень тоже они нравятся. По случаю буду носить. Потом, девочки, вот такой подарок от свекрови. Она мне его хотела подарить давно. Я тогда, помню, сказала, что, мам, нет, вы мне его не давайте, дайте мне тот комплект, который, вот, помните, я из Грузии привозила ей же в подарок с аметистами. Он такой... Сейчас, секунду, я его покажу. Вот, она хотела подарить мне тогда этот комплект, но я... взяла за место него вот этот. То, что я привозила ей самой в подарок из Грузии, из Тбилиси, она его не носила. И я сказала, что лучше мне дать его, потому что это немножко не мое. Носить я его вряд ли буду. Возможно, как-нибудь одену куда-то на торжество, но не уверена. Не люблю я вот такое обилие камушков. Как-то, ну не знаю, ну пусть лежит, в принципе. Это тоже серебряный комплект. Сейчас, секунду. Вот, верх у него позолочен. Вот. Верх позолоченный. Это искусственно выращенные рубины. Комплект ей был подарен, значит, моего Гаина, как сказать на русском, моего мужа брат. Вот, его друг, он очень обеспеченный, его жена рожала у моей свекрови в больнице. Вот, и моя свекровь, в общем, как объяснить, тапшерып, не знаю, как сказать на русском. Господи, я уже на русском забываю, как выразиться. Она ее протапшевала, скажем, грубо. Топшанула, вот так, на, скажу на таком языке. И после того, как она благополучно, в общем, у нее родился малыш, он принес в подарок вот этот на комплект моей свекрови подарил. Моя свекровь его тоже никогда не одевала, потому что это не ее размер, она у меня маленькая, миниатюрная, он для нее слишком крупный. Ну и вот, и перешел он ко мне. Это не дешевая безделушка, достаточно дорогое украшение. Ну, пусть будет в любом случае пригодится. Я так подозреваю, что это турецкая, вот, по типу золотого века. Мне кажется, это что-то из этой серии, я так думаю. Я не очень знакома с украшениями, вот. Я этот фильм даже не смотрела, этот сериал. Мне все советовали, а мне все как-то не досуг. Я не люблю такие слишком долгие сериалы, которые длятся и длятся бесконечно. Как-то они, не знаю, в общем, я не любитель. Вот, и поэтому, мне почему-то кажется, что это из этой серии. Ну, в общем, вот такой вот комплект, спасибо. Так, теперь покажу то, что мне очень понравилось. Это тоже вот это все свекровь мне подарила в один день, оптом. Вот такой комплект. Здесь ткань, зернь. Девочки, единственное, я не знаю, что здесь за камень. Он зеленый такой красивый, но внутри, если вы... Сейчас я попытаюсь. Внутри, если вот обратить внимание, как будто золотая пыль. Вот совсем мельчайшая такая пыльца там как будто в камне. Не знаю, вот получится увидеть или нет. Я буду благодарна, если подскажете мне вообще, что это за камень. Она не знает. Этот комплект, значит, у нее есть двоюрная сестра, даже не двоюрная, в общем, троюрная родственница, скажем так, тетя Соня. Мы ее очень любим, она живет в Москве, я ее обожаю просто. Вот, и этот комплект носила еще ее мама. Тетя Соня уже за 60, этот комплект принадлежал ее маме. Вот, это серебро ручной работы.
Понятное дело, как все сканные изделия. Вот такие вот. Очень красивые. Ой. Ой, извиняюсь, сейчас телефон. Да, он как раз свекровь моя звонила. Сейчас я ей перезвоню, заканчиваю уже. Да, в общем, вот такие красивые сережки, очень красивые, я считаю. Я уже его надела. Один разок успела с удовольствием. Буду носить. Мне нравится. Сейчас покажу, как смотрится кольцо. Очень неудобно одной рукой держать телефон. Вот. Оно мне на этот палец великовато чуть-чуть. Я его ношу на правой руке. Там оно идеально садится. Размер. Оно не крупное, но и не мелкое. Среднее. Ну, очень достойный комплект. Спасибо большое. И в конце покажу браслет. Девочки, как я написала уже в комментариях, янтарный, в общем, мой комплект ушел с молотка. И за место него у меня появился вот такой комплект, браслет, прошу прощения. Разницу тоже я уже получила, потому что разница была в цене ощутимая. Вот как он сделан. Да, моя Бала. Ты футбол играешь? Молодец. Ну, Маня носится по комнате, как конь по ярмарке. Вот так он сделал. Это филигрань, я думаю, здесь вот такие. Сейчас, Балам, я закончу, подожди. Вот так он филигранно сделан. Как видите, цветочки здесь. Вот они как приподняты. Такие кувшинки. Я очень рада. Это... Ты тоже рада, да? Вот этому браслету, что он у меня появился. Вот. Это не скань, это филигрань. Но тем не менее. Единственное, чего мне не хватает, девчонки, как этот, вечно, в общем, найду к чему придраться. Здесь 6 вот этих вот блях, скажем так. Если бы была еще 7-я, было бы хорошо. Почему? Потому что цепочка очень длинная получается. Он застегивается на мой размер. На последнюю вот эту вот, на последнее звено. И если бы здесь была бы еще одна вот такая бляшка, было бы лучше. Он бы всю руку обвивал. А так все-таки в запасе остается цепочка. Вот пустота цепочки. Но все равно. Но он так и был. Потому что его длина такая. Я сначала подумала, может быть, здесь убавили или что-то. Не думаю. Скорее всего, вот это его такой размер. В смысле, вот как он был, так он и есть. В первозданном своем виде. Еще раз покажу, как он сделан. Мне так нравится. Видите? Ну вот так, девочки. Вот такие мои похвастушечки. Сейчас еще раз покажу все подарки свекрови. Вот они. Две пары серег и два комплекта. И то, что было мое. Ну вот. В общем, вот так, девочки. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Работа уже начата над моими ландышами. И, в общем, я жду в скорейшем времени окончания. И чтобы показать вам и самой, наконец-таки, насладиться и подержать в руках то, что я так жажду. Все, всем большой привет, всех целую. Берегите себя и своих близких. Всем пока.